нас общественная организация присутствует, но в ней люди всегда участвуют, которые выражают внешнее мнение, да, но далеки от строительства, например, и от какой-то практической точки зрения. Если мы по первому микрорайону работали, то мы прям внесли конкретные изменения как раз вот с практической точки зрения. Поэтому, да, вот эти экотропы, они экологичны, они не размоют, потому что, вы видели, они хорошим бордюром поставлены. Это не просто, который мы в саду используем, это специальный бордюр, он действительно эти камни удержит. Но то, что их нельзя чистить зимой, а можно использовать только в летнее время, это минус. При этом мы, опять же, обсуждаем мостик. А почему нельзя чистить зимой, не сделали допуск? Потому что дети начнут кататься, получат повреждения. Возможно, из практической безопасной точки зрения, правильно, что к нему зимой подхода сильно не будет, чтобы они с него не прыгали в сугробы. Это нам, вот эксплуатация этого парка в этом году нам покажет минусы и плюсы. Подрядчик с нами 5 лет, он от нас уже никуда не уйдет, мы здесь 5 лет, и он с нами 5 лет. Поэтому мы весной приходим, он с нами весной приходит. Есть нарекания к нему от жителей, от нас, подрядчик исполняет. Потому что мы знаем, что он хочет участвовать в дальнейших конкурсах, работать в этом городе. Поэтому мы будем жить дружно, все исправлять, делать на благо наших жителей этого города. Ну а на данном этапе, я считаю, можно вполне замечаниями принимать. И я надеюсь, следующий этап мы уже придем в законченный парк и посмотрим всю законченную идею. Вот так, мне кажется, я смотрю и радуюсь. Вырезанный красивый парк, наконец-то, в нашем городе.